Добрый день, сегодня нам пришла посылка с Алиэкспресса. Заказывали мы леггинсы. И давайте обезвредим нашу посылочку ножницами и посмотрим, что у нас там за леггинсы, какого они качества и так далее. В принципе, леггинсы стоят $3, недорого. Вот. В таком вот они кулечке. Симпатичным. И давайте мы посмотрим, что за такие леггинсы. Да, леггинсы просто отвратные, как вы видите, как будто обрезанные. Сейчас глянем. Как будто бы они обрезанные. И посмотрим, присутствует ли у нас какой-то брак. Так и предполагалось, как вы видите, брак. Качество отвратительное. Тут мы конкретно прогорели. Жене подарок не получился. Леггинсы отвратительные. Пришел какой-то мелкий размер. Задница вообще такая должна быть. Она у нас вообще на 5-летнюю девочку. Вот так вот. Ну, в общем, ссылку. А, кстати, что еще хочу подчеркнуть. У нас тут все конкретно просто-напросто нарисовано. У нас тут все в обрисовках. Карманы нарисованы. В общем-то, все нарисовано. Ну, это типичные леггинсы, но они у нас с браком. Но мы-то платим деньги не за брак, правильно? Вот, еще раз покажу. Они у нас браком. Просто-напросто порванные. Порванные. Так не должно быть. Ссылку я выложу в описании, чтобы сразу зачеркнули этого хорошего продавца со своего списка. Надеюсь, видео вам помогло. Удачи!